Во Владивостоке прошла парусная регата, посвященная Дню основания города. Это мероприятие стало уже традиционным и ежегодно собирает на акватории Амурского залива юных спортсменов из разных яхт-клубов. В этом году в регате принимали участие более 80 лодок в 5 классах. На старт выйдет более 80 лодок в 5 классах яхт. Это «Оптимист», «Кадет», «Лазер», 4.7 «Лазер Радиал» и 420. Самый многочисленный класс «Оптимист», там дети гоняются с 9 до 15 лет, и обычно на старт выходит более 50 лодок. Старшие классы «Кадет», там, как правило, не так много ребят уже выступает, там экипаж состоит из 2 человек, также класс 420, которым ребята выступают до 19 лет, это тоже яхта на, там экипаж 2 человека. И старший тоже класс, 2 класса, лазер, лазер «Радиал», лазер 4.7. Там ребята до 18, до 19 лет гоняются, то есть это одиночка. Турнир состоял из гонок, количество которых зависело от ветровых условий. Участникам необходимо было пройти определенную дистанцию в форме трапеции. Соревнования состоят из гонок. Количество гонок обычно зависит от ветровых условий. Обычно у нас дистанция, старт. 4 знака в виде трапеции, весь флот, определенный класс, он стартует, обходит дистанцию последовательно, и кто первый пришел, тот и молодец. Если проводится несколько гонок, сумма всех гонок суммируется, и по результату, кто набрал наименьшее количество очков, тот и победил. На следующей неделе во Владивостоке состоится Кубок 7 футов – межрегиональная регата, на которой собираются участники не только из Приморья, но и со всего дальневосточного региона. Соревнования являются отборочными в сборную команду Приморского края. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.